Точка. А четвертая сторона тоже есть там уже последняя? Нет, там цена 25 копеек. Да, ну, в принципе, конечно, да, вот на такой штуке ясно, что он должен переходить сюда. Да? Очевидно. Это будет правильная, красивая книжка. Да? Ага. Прекрасно. Прекрасно. Дальше. Это уже старая история, где вот эти трое все вместе. Прекрасно. Да. Видите, все еще между нами. Дальше трэш. А что? Отравился. Ага. Хорошая история. Очень красивая, мне кажется. Значит, кстати говоря, банальную вещь делают, да? Что главный герой все время выделен. Может, банально, потому что это дает ребята. Вот. А это сразу очень многое дает. Вот. Единственное, что после красивой, очень внятной обложки, да, я ее убираю, но я помню, как она устроена, да? Кто большой, кто маленький. После очень красивого вот этой, да, презентации главного героя, тоже, да, все ясно. Вот он, в середине прошлого года. Дальше чуть-чуть пошла, ну, скука, да, это банальная иллюстрация. Ну, понятно, да, он уменьшился. Здесь, как бы, да, хорошая идея, что он укатился, но чуть-чуть вот эти трое, да, как бы стоят, они ни с чем не рифмуются. Ну, мне кажется. Вот. Хорошая идея, да, крупный план, здоровый эти. Вот. Хорошо. Хорошо. А видно, что отравилось? Видно, что отравилось. Сразу понятно. Сразу понятно, да? Очень хорошо. Все.